Предлагаю вам покрасить яйца к Пасхе очень простым способом, но при этом не получаются просто нереально бомбической красоты. Погнали! Берем яйцо. Предварительно, конечно же, нужно его отварить и стереть все вот эти вот надписи. Они хорошенько стираются средством для снятия лака. Значит, берем обычную сухую салфетку, маркеры, фломастер, любые цвета, какие вам нравятся, какие у вас есть, какие хотите. Рисуем полосочки, линии, узоры в произвольном абсолютно порядке. Заворачиваем яйцо в салфетку, окунаем в водичку и оставляем до полного высыхания салфетки. Разворачиваем салфетку, естественно. Ну, я на ночь их оставляла. Кстати, если вы не хотите, чтобы были ярко выраженные полосочки, тогда заворачивайте яйцо в две салфетки. А рисунок наносите на верхнюю. Смотрите, какая нереальная красота получается. А главное, как просто можно покрасить, правда? Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо и пока-пока!